Первые были на все сайты. Ладно. Слушай, ну круто же! Что, Данил? Блин, ну реально, ребята, я теперь не справлюсь, ну правда круто, ну прикольно! А еще очень классно сидеть выступать любому ведущему. Мне кажется, вот если вы возьмете вот любого ведущего, любая его шутка будет очень смешная, да ведь? Ты помнишь нашу фишку? Вот прям вообще любая шутка будет. А че вы не смеетесь? Бирку потеряли, что ли? А? А теперь с отыгрышем, ладно? С отыгрышем. Во, сейчас будет мощная шутка. А чё такие грустные, как будто корпоратив идет Назаров? А? Круто, да? Я не знаю, новогодняя шутка. А чё такие грустные, как будто корпоратив идет Назаров? Здесь не очень зашло. Давайте похлопаем, дорогие друзья. Чувство ритма. Браво, ребята! Круто! Транспортировку этих ребят будет стоить дороже, чем их выступление. Лучшая реклама они не ждали. Так, ну что, давайте организуем маленький музыкальный перерыв. Встретимся ровно на пересечении Ленина, Карла Липпа. Встретимся ровно через 10...